Get Movies. Канал для всей семьи. Привет! Я Бека Спарклс. Я дерзкая и юная, и хочу встряхнуть мир. Пришло время сиять! Снято! Для прослушивания в реалити-шоу самое то. Только слишком много блесток, Джинджер. Ничего подобного! Думаешь, у тебя есть шанс попасть в особняк шефа? Конечно. Мне нужно где-то жить. Особняк бы мне отлично подошел. Зацените. В этом выпуске особняка шефа поварам придется тащить огромный мешок муки по парадной лестнице. Однажды я найду для себя подходящее место. Вот, например, твоя квартира очень тебе подходит. О, спасибо. Рада это слышать. Осторожно. Это все он! Ребята, аккуратнее. Дома займетесь разрушением. Будете ломать свои вещи. Все в порядке. Зеркало уже было тут, когда я переехала. Оно мне не принадлежало. Ребят! Том, Бен, Хэнк, Джинджер, Анджела, Говорящий Том и друзья. Что ж вы такие громкие? Мы призрак. С чего ты взял, умник? Из-за полета или из-за прохода сквозь стену? Слушай, призрак, не нужно вселяться в этот дом. О, ты думаешь, я сюда вселилась? Как грубо. Это моя квартира. Я живу здесь дольше, чем вы. Так что это вы. Вселились ко мне. Стоп. Почему я тебя раньше не видела? Почему? Я была заперта в том зеркале. Кстати, спасибо, что разбили его. Хватит болтать. Это не шутки. Мы проучим призрака. Нужны электрошокеры, ловушки и дыхание новорожденного. Джинджер, нет! Но она здесь живет. То есть, не живет. В общем, если коротко, можно сказать, она моя соседка. Что? Анджела, нет! Ты не можешь жить с призраком. Том прав. Это существо нарушает все известные и неизвестные законы физики. Что? Как? Плюс, она очень жуткая. Не будьте грубыми. Соседка-призрак, это весело? Слушай, призрак, мы не с того начали, но плохое начало может, привести к чему-то хорошему. Я буду очень рада жить с тобой. О, это вроде мои фрукты. Надо было подписать. О, нет, мои петуньи. Что? Долго мне еще ждать? Ты торчишь здесь уже целую вечность. Привет, Анджела. Как там у вас делишки? Супер здорово. Так здорово, что не стоит и говорить об этом. Может, расскажешь, как проходит кастинг Бекки в особняк шефа? Бекка очень хочет попасть в особняк, а вот с готовкой есть проблема. Мне нужно выйти. Нет, не выходи. Ты же не хочешь, чтобы дым победил? Что? Анджела, нет, что нет, ты? Нет. В общем, да, выглядит так, словно я живу возле гаража. Но дело в том, что... Ну ладно. Жить с призраком просто ужасно. Я больше этого не вынесу. Анджела, ты должна бороться за дом. Скажи призраку, что она должна покинуть меня. Похоже, придется делать, как я предлагал. Я имею в виду охоту на призраков. Ты прав. Мне это надоело. Давайте поджарим призрака.
Вообще нечего смотреть. Да, дорогое дело. Охраняйте периметр! Вперед, вперед, вперед! Ну все, призрак, прижми эктоплазму к стене! Мы не смогли ужиться вместе. Ты должна уйти. Что? Я отличная соседка. Я даже мою посуду. Но посуду моют совсем не так. А я мою так. Да. Как грубо! Ты очень невежливая. Получилось, Бен! Что такое? Я не знаю. Все вышло слишком легко. Я помогу, Бен, я помогу. Помогите! Призрак, прекрати! Если ты не хочешь жить со мной, то уходи отсюда. От меня уже много соседей уходило. Дела плохи. Может, Анжеле переехать ко мне в особняк шефа? Анжела никуда не уедет. Нам нужно придумать новый план. Не такой, как у Джинджера. Стоп. А где Джинджер? Джинджер! 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 Друзья! Я вас не вижу! О, нет! Призрак забрала его на ту сторону! Не может быть! Джинджер, опиши нам, что вокруг тебя! Тут странно! Все идет не так! Вижу свет! Нет! Не иди к тому свету! О, я тоже вижу свет! Это дверь! Эй, это портал в мир, откуда появилась призрачная соседка. Ты прав. Надо туда пойти. Смелее, ребята. Ого! Какое необычное место! Как думаете, что это? Жертвенное блюдо или глаз демона? Стойте, это не мир призраков. Это просто еще одна спальня. Это моя спальня! Уходите! Эй, я попал сюда, когда ты гналась за нами! Не обвиняй меня! Эй, стой! Не трогай мои вещи! Ууу, ладно, я поняла. Эй, призрак, если я возьму это... Нет! Пора поиграть! Не трогай мои вещи! Стойте! Эй! Этот альбом с автографами всех четырех клипов! Отдайте! Ты получишь его, если будешь хорошей соседкой для нас с Анжелой. Что? Ну, мне ведь все равно надо где-то жить. Может быть, я поживу здесь? Почему бы и нет? Ты не можешь сюда переехать! Ой, да брось, будет весело! Мы будем ходить в спа, наряжаться и сплетничать. Будем ходить в спа, наряжаться и сплетничать. Нет-нет-нет, вы будете ужасными соседками. Я не смогу так жить. Ну, если ты не сможешь жить с нами, может быть, переедешь? Я бы с удовольствием, но... Я злой призрак, у меня нет друзей. Так что мне некуда идти. О, нет, этот призрак меня пугал, а теперь опечалил. Какие эмоциональные качели! Стоп! Я знаю одно место. Призрак, ты умеешь хорошо готовить? В этом выпуске особняка шефа фиаско с фритатой в фойе. Я не буду заводить друзей. Я буду порождать кошмары. Здорово! Вы видели? Она такая жуткая. А за призраком интересно наблюдать. Жаль, что тебе пришлось отдать ей место в шоу. Все в порядке. Я лишь хотела жить в новом месте и нашла такое. Я могу здесь жить? У тебя теперь есть пустая комната. Может быть, ты разрешишь? Да, конечно! Добро пожаловать! Соседка!
ты торчишь тут целую вечность. Долго мне еще ждать? Фу, ну и погодка там. Хорошо, что нам с вами никуда не надо идти. Ха, ленивый понедельничек. Да, это лучшие внезапные выходные за весь год. Я не люблю просто так лениться, но если будете следовать моим советам по отдыху, то повысит ваш интеллект. Фу, ты превращаешь лень в утомительный труд, Бен. Я просто подумал, что если в кои-то веки устрою себе выходной, то никакой катастрофы не случится. Рожки-макарошки. Что случилось с этим местом? Ай, тут как будто все перевернули и снова перевернули. Я объясню. В ленивый понедельник мы не занимаемся трудом, работой и подобным. А вот уже завтра мы вполне... Не говори мне про завтра! Потому что сегодня сюда придет фотограф из журнала «Лучшие домовладельцы», и он будет снимать гараж. Так что вы обязаны... Мои бесценные антикварные дедушкины часы! Они должны быть главным украшением всего гаража! Вам лучше навести тут порядок до прихода этого фотографа. Или я вышвырну вас навсегда. Том. Бет. Хэнк. Джинджер. Анжела. Говорящий Том и друзья. Это идет вразрез с правилами ленивого понедельника. Сидеть, лежать и ни за что не вставать. Наш выходной закончен. За работу! Нас отсюда выселят, если тут не будет чисто. Не отворачивайся от всего, во что мы верим. Разве у тебя нет какой-нибудь техноштуки для уборки? Джинджер, лень — это не то, во что я верю. Бэн, ну же. Ладно, хорошо. Вот! Это сжиматель. Он нужен, чтобы ученики могли носить больше книг в рюкзаках. А еще он вполне может сжимать мусор. Проверим. Ого! Ух ты! Да уж, это круто! С его помощью мы сомнем весь мусор, как стопку бумаги. Проще простого. Не совсем. Нужно создать систему по организации пространства, как в картотеке. Скучно! Давайте давить мусор! Класс! Теперь я... Постойте, наша уборка должна быть эффективной. Совершенно верно. Если запихнем в эту машину сразу весь мусор, то сможем продолжать лениться. Нет! Отличная идея, друзья. Стойте! Сжиматель не справится совсем сразу. Вы сломаете машину! Что происходит? О, нет! Мне не хватает моих боков. И нам тоже. Если бы вы, бестолочи, не игрались от лени с этой сложной машиной, то не сжали бы все в комнате! Да, это странно, но не все так плохо. Теперь все плоское, и мы сможем сложить все в кучу и покончить с уборкой. Чудо ленивого понедельника. И, раз уж мы плоские, у нас есть больше вариантов для отдыха. Вы хотите продолжить валяться? А что? У нас есть свободное время. Держите часы! Домовладелец никогда нас не простит за них! Помогите! Я лечу как воздушный змей! Держу тебя, Джинджер! Бен, вытащи нас! Слишком опасно! Отпусти часы, пока они не вытянули тебя наружу! Но тогда нас выселят! Почему ты не сказал, что твоя машина опасная? Как это? Я говорил! Но вы не отказались от внезапного выходного! Моя машина! Нужно переключить режим! Нет!
теперь выселят, да? Может и нет. Я вижу часы. Нужно просто подлететь к ним. Слишком сложно. Бен, у тебя есть машина, которая все исправит? А где Бен? Ветер унес его в другом направлении. О, нет. Простите, друзья. День ничего не делания стал катастрофой. Да уж, а день так хорошо начинался. Помните, как лениво Хэнк избавился от той копченой колбасы? Точно. Я горжусь тем, что все это сделал сидя. Но это не поможет нам с... Стоп! Это поможет! Действуем как колбаса, тогда поймаем часы! Научный дневник, глава 82. Быть плоским поначалу крайне непривычно. Двигаться в таком состоянии гораздо труднее. Математика, ты великолепна! Тут слишком ветрено! Знаю! Эй, Джинджер, помнишь, утром Том попросил тебя передать ему меню? Лей нам опять поможет! Как пересечь улицу, чтобы нас не додавили? Помнишь, как мы решили лениво играть в видеоигры? Да! Я цела! Вернемся в гараж, пока домовладелец не вернулся. Пора лениться! Мы дома! Скоро все будет! О нет! Домовладелец нанял рабочих для уборки двора. Почему мир так опасен? Я часто задаю этот вопрос. Ого! Как ты научился так двигаться? Мне помогла в этом физика. Спасибо, спасибо. Стоп! Как вы смогли достать часы и вернуться? Наконец-то перестали лениться? Нет, лень помогла нам решить проблемы. Я так и подумал. Я рад, что вы справились. Я знаю, как нам попасть домой, но мне нужна ваша помощь. Вот. Мы стали бумажным самолетиком. Странно. О, моя нога попала в глаз Хэнку. И моя нога туда попала. Мы должны посмотреть на часы моего дедушки. Они внутри. Нам некогда думать о ногах. Мы летим домой на счет три. Раз, два и три. Ух ты! Это просто невероятно! Да, точно! Левее! Эти часы... Держитесь цели! Делаем бочку! Бен, ты гений! Это был потрясающий неленивый маневр! Да! Мы прибирали, но все стало плоским, а потом подул ветер. Хватит оправданий! Очевидно, вы провели весь день, ничего не делая. Что ж, у вас было время. Отличная комната!
Все домовладельцы показывают идеальные места. Это скучно, выглядит фальшиво. А у вас здорово, живенько. Мне особенно нравится, как смело стоят дедушкины часы. Так значит, нас не выселят? Не в этот раз. Нам повезло, но мы должны работать, а не лениться. Мы прерываем выпуск танцевальных свиданий, чтобы сообщить срочную новость для всех поклонников статуи Пончика. Эта историческая достопримечательность будет восстановлена! Класс! Отлично! Когда я был маленьким, я обожал залезать на эту статую. Деньги на реставрацию будут собраны на городском аукционе. Это мероприятие пройдет в доме самого щедрого жителя города – Роя. Уверен, многие бы дали на это деньги, если бы могли. Что? Прошу, не считайте меня героем. Так я сказал бы любой герой. Точно, обычная фраза героя. Как он смог вам все мозги запудрить? Он что-то задумал. Помните, как я нашел в его доме потайную дверь? Это было подозрительно. Ну, не знаю, Том. В домах есть двери. Это был шкаф для смокингов. Или еще одна ванная. Друзья, не важно, что это было. Главное, скоро по соседству состоится аукцион. И мы там будем. Принесу пончики. Что? Опять обычный размер. Ого, Бен, что это такое? Мое новое изобретение. Микроподлодка. Она может сжиматься и проникать в тело, чтобы искать проблемы со здоровьем. Да-да, очень мило, но есть кое-что поважу. Минутку, у меня есть один вопрос. Можно ли твою подлодку уменьшить и засунуть кому-нибудь в голову, чтобы выведать все потаенные секреты? Теоретически, да. Спасибо, что проявил интерес, Том. Ох, Бен, мне очень интересно. Том. Бен. Хэм. Джинджер. Анжела. Говорящий Том и друзья. Ух ты, спасибо, Хэнк. Пончики будут сладким добавлением к аукциону. О, а вот этот, видимо, специально для меня. Наверное, я украшал его во сне. Такое часто бывает. Дневник тайной миссии, глава 1. Я одолжил у Бена подлодку и спрятался в пончике. Путешествие в голову Роя для поиска доказательств его плохих намерений начинается. Прибыл. Ладно. Посмотрим, что ты делаешь, когда не знаешь, что за тобой наблюдают изнутри. Дневник миссии, глава 2. Рой в потайной комнате! Да, это совершенно точно не еще одна ванная. Тут даже есть сканер отпечатка глаза. Стоп, что? Надо затемнить ветровое стекло. Что? Нет! Помогите! Том! Мы уходим на аукцион! Уходим раз! Уходим два! Продано! Его тут нет! Видимо, не хочет находиться рядом с Роем. Том? Бен, привет! Мне нужна помощь. Я застрял в мозгу Роя. Я без спроса одолжил твою микроподлодку. Да о чем ты говоришь, Том? Подлодка прямо перед... Я должен был это предвидеть! Пока ты не начал кричать, я хочу сказать, что почти нашел улики против Роя. Том, как ты мог пойти на такое безрассудство? Давайте потом разберемся, кто в чем виноват. Прошу, спасите меня! Похоже, этот аукцион еще нам всем аукнется. Привет, рад вас видеть. Привет, заходите. Рой, добро пожаловать на... То есть, я приготовила чай, чтобы ты не устал от разговоров. Анжела, я не отказываюсь от предложений таких красоток, как ты. В общем, угощайся.
Надеюсь, сработает. Эта поездка не будет такой приятной, как на моей подлодке. Работаем с тем, что есть. Я приветствую вас на аукционе «Спасем пончик». Многие называют меня героем за то, что я его устроил, но настоящие герои — это вы. А теперь убедимся, что все меня услышат. Бен, у нас тут кот-мегафон. Что? Нет! Голос, пропущенный через усилитель, разорвет нас! Начнем с особой вещи из моей коллекции. Это классическая картина «Женщина, смотрящая на камень». Кто-то предложил 1000? Пусть он замолчит! Купи что-нибудь! Но у меня нет лишних денег на картины! 2000! Кто-то предложил 2000! Ставлю 10 000! Ух ты! 10 раз! 10-2! Вот она! Очень богатая юная леди. Что же ты творишь? Получилось! Едем к мозгу! Ха! Это вы! Я сейчас приду! Ему не выбраться, мозг прижал дверь. Анжела, мы нашли Тома, но не можем достать его. Ты должна потрясти Роя, чтобы подлодка выскочила из его мозга. Постой, Рой. Прежде чем забрать, я должна убедиться, что это подлинник. Можешь не сомневаться. Я хочу убедиться. Посмотрим, настоящее ли это искусство, а? Мне очень жаль. Все в порядке. Нет, правда, просто кровь из носа. К счастью, у меня всегда с собой есть салфетка. Этого недостаточно, нужно еще! Получилось! Мальчик-герой спешит на помощь! Поймал! Там, будь осторожен! Если заденешь мозг, Рой может взбеситься! Какой странный аукцион у вас. Возмутительно. Я ее не куплю. Ты должен мне подлодку, Том. Хорошо, я понял, ты злишься. Но в свою защиту скажу, что вам следовало изначально поверить мне, что Рой злодей. Давайте сначала вылезем из носа Роя. Почти на месте. Я уже вижу свет в конце ноздри. Это не свет. Это салфетка! Мина тормоз! Класс! Такси сломано. Мне придется жить внутри лица. Нет, тебе не придется. Если Рой чихнет, то салфетка выскочит вместе с нами. Но чтобы это случилось, кто-то из нас должен остаться и пощекотать Рою нос. Я заставлю Роя чихнуть так, как он никогда не чихал. И Том... Если благодаря этому все узнают про тайную комнату Роя, значит, оно того стоило. Ты не должен идти на такую жертву. Это я виноват. Мне и оставаться внутри Роя. Надеюсь, вам понравилось это необычное представление. Это было нетривиально. А не волнуйтесь, обещаю, дальше все будет идти как обычно. Мы начинаем. Время для серфинга. Кабабанга! Тайная комната открывается.
Тайная комната закрывается. Знаете что? Аукцион окончен. Потому что сюрприз! Я сам очищу статую. Ребята, простите меня за то, что я увлекся разоблачением Роя и наворотил дел. Я рада, что ты жив. К тому же, думаю, что Рой все-таки что-то скрывает. Интересно, что? Может, свои детские фотографии? А может быть, тело пришельца? Это не важно. Что бы ни скрывал Рой, я не должен был подвергать опасности своих друзей. Ни один секрет не стоит того.